1977 році пущена в дію перша атомна електростанція Української СРСР – Чорнобильська АЕС. Далі все, що трапилося, на жаль, знає не тільки Україна, а й весь світ. Ну і, звісно, сьогодні будемо говорити про це. Сьогодні до нас у ранкову студію завітав Беспало Валерій, ліквідатор аварії на ЧАЕС. І сьогодні саме ми зможемо поговорити детальніше саме про ці станції, зможемо зрозуміти, яка зараз їх важливість у нашому 21-му столітті, взагалі знайдемо відповіді на ці запитання, які є і у вас, і у нас. Доброго ранку. Доброго. Дякую вам, що ви завітали до нас сьогодні, тому що, от, дійсно, ми, мабуть, те молоде покоління, яке вже дізнавалося про це з книжок, зі школи, і до кінця, можливо, не розуміємо важливі саме цих станцій. Чи могли б ви нам розповісти? Я так зрозумів, що сьогодні буде річ о дні рождення, правда? Так, але взагалі ми хотіли б розпочати з самого початку. Об этом. Сначала хочу поздравить украинцев с днем рождения нового чемпиона Александра Усика, как всем известно, именно 26 сентября, именно в день рождения атомной энергетики Украины, он сделал огромный подарок жителям Украины. Он стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Давайте поздравим этого замечательного спортсмена, талантливого человека. Вот, и опять к вашему вопросу. Ну да, с чего-то надо начинать. Атомная энергетика Украины начиналась тогда, когда я еще учился в Одесском политехническом институте. И не знаю, как ее строили, но я знаю, как это было замечательно зайти на атомную станцию. Это было волшебное ощущение от того, что ты попадаешь в какое-то необычайное место. А когда я попал в рамках преддипломной практики на первый блочный щит атомной станции, блочный щит номер один, я увидел там людей в белом. Они были для меня как будто бы инопланетяне. Количество приборов было такое огромное, как будто ты находился на каком-то космическом корабле, ну, в таком космолете, mm-hmm. да, и оно гудело и куда-то плыло. Замечательное, незабываемое впечатление. Что касается самих фактов, где-то в интернете я читал о том, что очень любопытная особенность. Совмин СССР бывшего, утвердил документы на строительство вовсе не Чорнобильської АЕС. А чого саме? Ну там трішки була історія, наскільки ми знаємо, вона така окутана тайною трішки. Правильно. Пане Валерій, хочеться уточнити. Дивіться, мені дуже сподобалось, як ви описали ось цей перший прихід на АЕС, коли все ось так красиво, незвично. І які емоції були тоді, коли, на жаль, трішки все пішло не за планом, коли сталася трагедія? Не за планом. Ви знаєте, а все йшло по плану. Ви хочете все-таки к событиям 86-го года перейти, да? Ну, хоча б частково хочеться торкнутися, тому що, ну, от дивіться, ну, історія яка. Ми знаємо про цю трагедію з серіалів. Так, з матеріалів інтернету. Зі школи. Зі школи, так, з інформаційних джерел. Проте людина, яка була безпосередньо в епіцентрі події, от хочеться це такі ваші враження почути. Значить, на Чорнобильській атомній станції, як і на інших атомних об'єктах, производяться некі планові роботи, да? Так. Там нічого не відбувається просто так. Там дуже серйозні люди, які роблять дуже серйозні плани на майбутнє. Для того, чтобы проверить оборудование, его правильное функционирование, была типовая программа, которая реализовывалась в те самые дни. Огромное стечение не очень удобных, не очень удобных обстоятельств привело к тому, о чем мы все знаем. Это была не ошибка, это скорее был путь, по которому нужно было пройти. Тобто ви, секундочку, хочу уточнити, тобто ви кажете про те, що повинна була статися ця трагедія, чи що? Очень специфический вопрос для специалистов.
Данный тип ядерного реактора обладал определенными нейтронно-физическими свойствами, которые проявились вот в этих неблагоприятных условиях. Не будь этих благоприятных условий, неблагоприятных условий, реактор бы работал до сих пор. Кстати, а Украина занимает 10-е место в мире по мощности ядерных блоков и 5-е место в Европе. Если к этому еще добавить 4, а то и 6, как планировалось, блоков, миллионников, Чернобыльская АЭС, ну, я не знаю, мы были бы, наверное, вторыми после Франции. От тут хочеться один момент такий уточнити. От, на вашу думку, саме ви стали свідком от і зародження атомної енергетики, так, і от такий трішечки занепад з цією трагедією. І на вашу думку, от зараз світ йде в екологічному напрямку більш, так, сонячна енергія. Чи корисна зараз ще ось атомна енергія? Чи, можливо, ми можемо відмовитися від неї? Ну, от смотрите, обыкновенные процентовки, которые знают все специалисты. Просто озвучу для людей, которые интересуются этой темой. Зеленая энергетика – это солнечная, так, это ветровая и энергия малых рек, назовем ее так, так. Она занимает всего 8% в объеме выработки электроэнергии. Еще 12% – это относительно безопасная, экологически чистая гидроэнергетика. Хотя там вопрос очень сомнительный, потому что рыбы с этим бы не согласились. Еще примерно 35% от всего занимает тепловая энергетика, самая экологически опасная. И около 55-60% общей выработки электроэнергии занимает атомные станции. А теперь ответьте мне на маленький вопрос. Если вы отнимите 60% выработки электроэнергии из общей суммы, что у нас останется? Ну, по крайней мере, вы интернет свой не включите, а будете ходить пешком на 12 этаж. Ну, а кто-нибудь не зарядит свою Теслу. Дивіться, все ж таки цікаво, що ми почали говорити вже і про наслідки саме. І от давайте розпочнемо з того, що скільки на сьогоднішній день в Україні саме діючих атомних електростанцій? На сьогоднішній день 4 діючих атомних електростанцій з общим сумарним кількістю блоків 15. 15. Це колосальна встановлена мощність, около 14 мільйонів кіловат. Повірте мені, 5-е место в Европе, 10-е место в мире. Это на сегодняшний день? На сегодняшний день, так. Мы очень богаты. Мы просто не понимаем, в каком богатом государстве мы живем. Другое дело, как мы распоряжаемся этим богатством. А, например, я считаю, что атомной энергетике недостаточно уделяется внимания, например, ничто не вечно под Луной. Ядерные блоки, в частности, первые, которые прошли, Ровенская – это младший брат Чернобыльской, да? А там достаточно серьезный ресурс на аппаратах. Да, его продлевают, но вы понимаете, бесконечно нельзя этого делать. А вот, есть государственная программа безопасного продления ресурса атомных блоков, но когда-нибудь все заканчивается. Вот, поэтому нужно бережно относиться к тому, что у нас есть, и приумножать. Ну, реально, ребята, я вам скажу, что на зеленой энергетике мы можем обслужить свои нужды где-то в субботу-воскресенье. То есть два дня из тижня. Я примерно говорю для понятия. Это очень небольшой объем. Или давайте выбирать. Например, украинские поля с пшеницей, с подсолнечником. Ну, с кукурузой или с нашей любимой свеклой, да, сахарной. Давайте эти поля все закроем батареями солнечными, ведь для батарей солнечных нужны площади. Ну так. И чтобы закрыть тему зеленой энергетики, это очень драйвовая электроэнергетика. Сегодня есть, а завтра ее нет. Солнышко выглянуло, солнышко спряталось. Зимой в дождливую погоду ее нет. Накапливать можно, но тогда мы должны, ну, как минимум, опередить Маска. И создать самые мощные, самые передовые батареи в мире. Ну, такого невозможно.
Тобто все ж таки альтернативи немає гарної, да, щоб замінити все ж таки? Пока нет. Угу. А якщо сюди додати модний углеродний слід, угу. Ну, то есть отказ от угольной или электроэнергетики, от тепловой угольной энергетики, то есть все, что включает в себя сжигание угля, да, угу. Карбоновый след, так называемый, любимый, а на Западе, то мы остаемся в очень серьезном положении. То есть атомная энергетика – замена всему этому. Я сразу предупреждаю, что это не панацея, это всего лишь временная палочка-выручалочка. И время идет, и нужно что-то решать. Ну, у вашего поколения еще время есть. Тобто основні надії положені на майбутнє покоління, так? Так. Ага. А хотілося б уточнити, от ви сказали, що ми досить таки невміло розпоряджаємося тим, що ми маємо. А от на вашу думку, що потрібно, от давайте, в Україні покращити, або аби вивести ось на належний рівень саме атомну енергетику? Строїть. Нові станції? Нові блоки. Ага. А спеціалісти? Готувати. Угу. Это очень долго длящийся процесс. Это десятилетия подготовки специалистов, лицензирования предприятий, которые будут изготавливать, заключение контрактов с иностранными организациями, институты научно-технические, научно-проектные, серьезное финансирование. Ну, например, маленький пример. Вы знаете, сколько стоит киловатт электроэнергии в НАЭКе? Национальная атомная энергогенерирующая компания. Вот стоимость киловатта вот на сегодняшний день, она самая низкая. Еще несколько лет назад она была 1 копейка за киловатт. Потом она стала 15 копеек за киловатт. Это тогда, когда уже были и 1,5 гривны, и 2 гривны, я не знаю, гривна 60 для населения, а для промышленных предприятий больше. То есть формирование тарифной политики. Вот самый простой вопрос. А с чего начинается финансирование? Если мы говорим про финансирование, вы говорите про то, что лучше все-таки больше створювати саме цих станций, енергоблоків, так? То у мене запитання. А мы погано справляємося саме з утилізацією того, що виробляється? Тобто, ну, ви вже заговорили про риб, які не дуже задоволені наслідками роботи. А як нам потім владнати оцей баланс? Якщо буде більше станцій, буде більше забруднення навколишнього середовища, і, можливо, нам потрібно ще зайнятися цією програмою? Ну, смотрите, просто мелькнула мысль. Я не готовился к ней. Оцените, просто сами поправьте мне. А вот американские производители автомобилей, одни из крупнейших в мире, что они делают? Целая индустрия утилизации использованных автомобилей. Плохо это или хорошо? Не знаю. Но у них есть целая индустрия, которая занимается утилизацией. Серьезный государственный подход. Компании частные, а подход государственный. И поэтому бояться отходов ядерной промышленности можно, если ничего не делать. А если к этому будет приложен государственный подход, все будет окей. Ребята, например, сейчас у нас централизованное хранилище строится, оно вот скоро будет сдано в эксплуатацию. Туда будет отправлено топливо со всех атомных станций Украины. Нам, конечно, Холтек помогает, то есть иностранные организации, но если мы направим больше денег в атомную промышленность, если мы подготовимся к этому всему, вопрос решаемый именно на то время, когда у нас будут новые находки в новых направлениях, например, той же зеленой энергетики. Пока рано говорить о ее лидерстве. Тобто, я зрозумів, ми все ж таки як не крути, а не відходимо від того, що ядерна енергетика займає першу позицію, зелена, екологічна, вона вже займає потім другу позицію. Так, ну, і тут є такий один момент, що от в Україні чомусь досить таки складно відмовитись від ядерної енергетики. От у світі це вдається. Але ж це все одно державний підхід, наскільки я розумію. Я не знаю, поправте мене, але я знаю тільки одну серйозну країну, яка не відмовилась, а приостановила використання ядерної енергетики. Це Германія. Будь ласка, там нету законсервованих. Там є остановлені ядерні блоки. Немці – очень расчетливый народ. Вони знають,
вдруг прекратится подача газа, а у них есть mm-hmm. альтернатива. Японцы после страшной трагедии на Фукусиме, что они сделали? Они приостановили работу всех атомных станций. Они их не закрыли. Нет, mm-hmm. конечно, Фукусимский комплекс был закрыт. Ну, але ж як закритий був? Ну, це ж не те, що ми там багато років боремося з наслідками. А всі остальні японські станції були приостановлені в роботі, а зараз вони починають працювати. Починають працювати. Mm-hmm. Японці без ядерної енергетики не можуть жити. Вони не зводять балансу. Ну, вот понимаете, что такое электричество? Вот сколько ты его выработал, столько же потребил. Его нигде нельзя заскладировать. И если ты не произвел необходимое количество электроэнергии, просто выключаются электрические приборы. Японцы не хотят этого. Угу. Немцы тоже не хотят. Франция – лидер выработки электроэнергии на ядерных блоках. В Соединенных Штатах больше 40% электроэнергии, выработанных на ядерных блоках. Мир смирился с этим и живет. Просто нужно быть аккуратным и вежливо относиться к ядерной энергетике. Не так, как у нас. У нас есть великолепные специалисты, великолепные институты, которые могут обеспечить безопасность. Поэтому нужно им доверять, но их нужно финансировать. Нельзя пускать все на самотек. И тарифна політика, о чому я упомінав. Ну, ви знаєте, в нашій країні є така традиція недофінансування, проте ми віримо в те, що з часом все буде чудово, все буде добре. І ми вам дуже дякуємо, що ви розпочали ранок у нашій компанії. Друзі, ми зрозуміли одну із найголовніших штук, що ядерна енергетика, як не крути, це доцільна річ у нашому сучасному житті. І будемо далі тримати руку на пульсі подій. Будемо дивитися, чи буде все ж таки доцільне фінансування, аби все ж таки ставати не з 5-го і не 10-го місця в Україні, а на перше. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, воно, як завжди, для вас було корисним та цікавим. І обіцяємо, що так буде і надалі. А мене звати Ангеліна Таран, і я прошу вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Українська традиція «А поговорити» не втрачає своєї актуальності, тому що приводів було більше. Переходимо на YouTube-канал, ставимо лайк, дивимося інтерв'ю і пишемо приємні коментарі.